Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, и с вами снова игра «Герои войны и денег». Довольно давно я не снимал по ней видео, потому что как-то я, честно говоря, я просто, ну знаете, как-то сбавил активность, в общем, в ней. Поднадоело что-то немножко, да и плюс ко всему времени не было шибко снимать. Видите, вот я, ну чисто вот, знаете, вот как дела там какие-то берешь, включаешь браузер, там открываешь во вкладке, и все, и она у тебя стоит. А ты где-нибудь по делам ходишь. Ну, раз в часик бывает, что на работу устраиваешься. Вот видите, себе накликал уже до 7. Офигеть, можно просто 5000 часов. Это я с 2013 года тут сижу. Жесть. И еще считай 3000 надо. Это я посчитал, короче, еще полгода. По-моему. 125 дней, что-то такое, короче, насчитал. Вот. Чтобы на 8 уровень выйти, чтобы больше денежков было. Ну и плюс параметр к защите. Вообще, честно говоря, качаться так задолбался уже. Вот. Но сегодня я вот на свой канал чисто заглянул, посмотрел. И смотрю, что подавляющее большинство все-таки смотрит именно вот эту игру ГВД, Герои войны и денег. То есть я же еще попутно Skyrim снимаю. Skyrim смотрит не так много народу. Практически вообще никто не смотрит. Вот, а смотрит в основном вот эту игрушку. Потому что, как я понимаю, летсплейщиков по ней не так много, как по тому же самому Skyrim. То есть не такая она популярна. Так, и собственно говоря, я хотел бы сегодня сходить в гильдию тактиков. Как вы можете видеть, я уже экипировался. И армию себе сделал. Так, навыки у меня, в принципе, как обычные, стандартные. Все нападение, холодная сталь, боевое безумие для чертиков и для собак. Так, что значит у нас гильдия тактиков? Так, через 5 минут будет набор. Я надеюсь попасть в этот набор. Соперник, чтоб нашелся, тоже надеюсь. Ну, если не получится, то пойду в дуэльку создам. Думаю, кто-нибудь запрыгнет ко мне. Надеюсь, по крайней мере. Вот. Ну а теперь, собственно так говоря, сказать-то больше пока нечего, поэтому давайте я нажму на паузу и вернусь, когда уже будет бой. До встречи. Итак, друзья мои, да будет битва. Гильдия тактиков, нифига себе. Так, против нас, значит, маг. Некто Гекку. А Гекку у нас что такое умеет? Давайте посмотрим. Вызываем магия хаоса, чародейство, искусный чародей. А может посмотрим... Ну, пожалуйста, жмись. Ну, не тупи. Я не успею расставиться теперь под него. Так, ладно, подождите, сейчас. Попробуем так, может. Ну, не, ну не жмется. Вот, пацаны, не вру. Серьезно, я не знаю, в чем дело. Не могу о нем инфу посмотреть, и все, ну хоть убейте. У меня уже было такое. От кого он играет-то, мне бы знать. Ох, пацаны, пацаны. Где у него коробка-то будет стоять? Я даже не пойму. Так. Ну, вообще, наверное, все-таки внизу, да? Потому что здесь камешки. Они ему помогут. Он же не бырбомаг. Нет. Он чисто маг. Ладно. Пускай коробка внизу. Так, она даже еще у него. Там же этот мегашар, да? У него там фаербол. Фаербол — это плохо. Меня везде зацепят. Ну, везде меня зацепят. Как бы я не расставлялся, в принципе. Ну, как-то так. Давайте тогда, что ли. Привет, да, здрасте. Здрасте. Ладно, погнали. Ну, что-то я не пойму вообще. Не могу посмотреть, и все. И в чем он там одет, и... Так. Ням-ням. А, да, что-то я забыл. Оп. Джинны долетают и дают мне по шапке. Нет, вам ни до кого не долетают, я вам набрал. Ну, давайте как-то в центр.
Как-то в центр, как-то сюда. Чертенятки мои. Ну, джинны, они лететь, конечно, не будут. Они будут проклинать все дела. Чертенятки, чертенятки. Вас бы тоже как-нибудь так по центру расколбасить. У вас сколько скорости? Скорость у вас 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, чтобы до всех шел. Но я предпочту, наверное, как-то их вот сюда поставить, чтобы, если что-то, гарги дотягивались. Хотя здесь я, конечно, буду подходить, но я не угадал на гаргу, видите, позицию. Надо вообще расставляться так, чтобы чертик как можно за меньшее количество ходов смог дойти до основных стек. Ой, блин, рассейку. Ну, это ладно, это не важно. Рассейка это... Ничего. Потому что мы загетимся. Так. Вот сюда. Один песик пусть будет здесь, один пусть песик будет здесь. Потому что горголет, скорее всего, да? Он не будет ей просто стоять. Сейчас будет шар. А эти пацаны не умеют шары кидать, они умеют кидать кулаки. Кулаками они просто задрючат. Они задрючат моих псов, либо чертей. Ну, либо с Димонес. Короче, кого-то из этих ребят. Так. Как-то так. Ну, ладно, давай сюда. Лошадка, 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 лошадка. Что мы с тобой будем делать? Лошадку я предлагаю вывести вперед. Предлагаю ее вывести вперед. Куда-то сюда. Потому что она все равно, по сути... Скорее корм и стоять. Ну и стоять мне не с руки. Я все-таки не дефер. Ну да, по собакам, ага. Так. Димонесса. Димонесса будет стрелять у нас стрёмно сейчас. 55%. Офигеть, да? Выставить то, дорогая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну фиг с тобой. Вставай сюда. Гаргулья то наверное в оборону уйдет. Чертиками буду потихоньку сейчас подбираться вниз. Хотя может, конечно, не резон, не знаю. Ну скорее всего в оборону, ему что сейчас еще делать. Но чертей надо убирать. Нафиг. Нафиг убирать. Потому что скоро шар полетит. Шар полетит в эту область. Ну да. Наверное, сюда. Поэтому мне надо так прыг-прыг-прыг-прыг-прыг куда-нибудь сюда им. Или прыг-прыг-прыг-прыг-прыг вниз. Ну что там, застрял что ли? Застрял. А жаль. Так, ладно. Чертенята, чертенята. Может вас вообще вперед вытащить? Ну, джинны не будут атаковать. Или будут. Или не будут, или будут, или не будут. Как бы то ни было, чертей надо уводить. Это просто бесспорно. Другое дело, куда их уводить? Сюда? Или сюда. Вот сюда. Вообще, вроде как я слышал, что магами невыгодно бить огненным шаром меньше, чем по трем целям. То есть по двум это уже фигово. Плохая трата маны считается. Но я не знаю, как он походит. Ну, скорее всего, шар. Что ему еще делать? Ага, ну вот он так сделал. Блин, сколько чертей погибло. Это ж кобздец просто, ребята. Вперед! Джинны, наверное, будут колдовать. Так, это ослабление. Ослабление это всегда плохо. Мы будем ломать защиту. Потому что гаргульи у магов вроде как всегда напоследок остаются. Ура! Так.
Ура! О, даже Джин зацепил. Так, несомненно, врата. И врата наши пойдут. А у тебя-то скорость сколько, родной? 4 всего лишь. То есть 4. Можешь сюда. Ну, блин, помешают. Нет, давай ты. Ну, куда-то сюда. Потому что здесь он будет мешать, мне кажется, нашим войскам. Маги. Он, наверное, сейчас выстрелит. Я, наверное, так встал удачно, да, что так насквозь всех. Ну нет. Решил не стрелять. Решил не стрелять. Джин, Джин, что делаем с Джином? Пинаем Джина? Да нет. Да нет, Джин. Пинаем мага. А. Джин будет сейчас кусать. Нет, еще, наверное, колдовать. Они будут должны по максимуму колдовать, по сути. Да. Всю заднюю, что делать? Эх, перегородил коням ход, ё-моё. Ой-ой-ой, как же я встал-то неудачно, ё-моё. Посмотрите, все под шар. Но он же всех саданет. Так, не-не-не-не-не-не-не. А, нет. Если я выжидаю, этим пробегаю вперед, луплю. Кого? Ну, Джинда луплю, да? Вот сюда. Вот сюда встаю, бью Джина. Но этим выжидать нельзя. Сюда встану. Так. Если я встаю сюда, песик потом сможет вот этот обогнуть и уснуть. Я загоражу песика. Нет, я вот этого все-таки класну сейчас. Но здесь я загоражу проход чертам. Ладно, как-то вся. Оп. Джинны сдулись. Не, сдулись. Рушим, чертова матери, защиту. А. Ну и как-то вот так потроим, да? Оп. Лично. Оп. Твой ход. Шарик. Вот сюда надо. Нет, просто вон. Просто вон. Сколько ходов-то у меня там? Забывчивость это. Да хрена ходов. Огонь. А эти черти еще не похищали у него ману. Призывные. Вот сейчас бы, кстати, гаргой хорошо бы поймал. Ну нет. Того у него 47. Да он меня зафигачит, если захочет. Ох, братья мои, братья, пацанята. Да он меня сейчас еще и выиграет так. Он же сейчас просто ударит. По собакам. А собакам мало не покажется, верно? И останется у меня кто? Останутся у меня только лошади, демоны и суккубы. Демонессы, в смысле. Нет, собакам-то, в принципе, так нормально. Это страшно. Он на гарге и вылезет. По сути-то. Ну убей. Ну ты дурачок. Почему не убил? Это очень плохо, между прочим, что не убил. Сейчас молния полетит в лошадей, наверное. Нет, просто шаром шмальнул. Ну, твое дело. Уходим.
же, да, мне нужно, чтобы основная лошадь прошла. Рушим. И основная лошадь удар наносила сейчас. Ну, у него ни о чем, короче говоря. Все ясно. Все ясно, ребята! Давайте еще ему уничтожим защиту вообще в ноль, просто ее вынесем нафиг. Чтоб он позабыл вообще, что такое защита. Чертей подтаскиваем. Лошадей. Да что лошадей? Ну куда-нибудь сюда. Все. Конец тебе. Конец тебе, ничтожный маг! Вторая победа в гильдии тактиков. Просто первая была не на запись. Ничтожить защиту. Да ты пошутил. Ну ладно, шути дальше. Наверное, на что-то рассчитывает. Может, потроллить под конец. Нет. Ну что ж, спасибо вам, дорогие зрители, за то, что посмотрели этот бой. Спасибо моему сопернику. Спасибо всем, спасибо родителям. Ну, короче, вот такие дела. Так получилось, здорово. Даже какой-то артефакт поднял маленький. Для кочевых кентавров. Вот. А, в общем, если не играете в героев, играйте. Я ссылочку в описании, как всегда, оставлю на игру. А если смотрите, любите героев, то подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Если, конечно, хотите, не хотите, не подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, критикуйте, пожалуйста. Буду рад любой вашей букве под моим видео. Ну, всем спасибо, всем пока.